Друзья мои, я хочу вам показать вот такой автомобильчик, небольшой, но посмотрите, что в нем есть. Руль круглый. Так, если серьезно, смотрите, видите, дверочка. И теперь заходим сюда, и смотрите, какая прелесть здесь. Это для того, чтобы инструменты не таскать, а аккуратно закатить их можно. Но это еще не все. Наверху там есть солнечные панели. А там есть батареи, инвертор для того, чтобы полностью питать все, что здесь есть. Инструментов куча, которые выдвигаются, задвигаются, прячутся. А есть раковина, водичка есть. А есть туалет. Вот там выдвигается унитаз. Потом можно отстегнуть верхнюю часть, нижнюю часть сливать, забирать. Здесь затем раскладывается все вот сюда, и получается кровать, на которой можно спать. Также есть там небольшая плита газовая и полностью автономный дом на колесах. Но плюс еще весь нафарширован средствами для зарабатывания в этом доме, поэтому сел и поехал, куда хошь. Вот такая вот прелесть. Я прям пищу.